Федина задача. Раз как-то зимой Федя Рыбкин пришел с катка. Дома никого не было. Младшая сестра Феди, Рина, уже успела сделать уроки и пошла играть с подругами. Мать тоже куда-то ушла. «Вот и хорошо», — сказал Федя. «По крайней мере, никто не будет мешать делать уроки». Он включил радио, достал из сумки задачник и стал искать заданную на дом задачу. «Передаем концерт по заявкам», — объявил голос по радио. «Концерт — это хорошо», — сказал Федя. «Веселей будет делать уроки». Он отрегулировал репродуктор, чтобы было погромче, и сел за стол. «Ну-ка, что тут нам на дом задано?» Задача номер 639. Так, на мельницу доставили 450 мешков ржи по 80 килограммов в каждом. Из репродуктора послышались звуки рояля, и чей-то голос запел густым рокочущим басом. «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, милей родного брата она ему была». «Вот какой противный король», — сказал Федя. «Блоха ему, видите ли, милей родного брата». Он почесал кончик носа и принялся читать задачу сначала. «На мельницу доставили 450 мешков ржи, по 80 килограммов в каждом. Рожь смололи, причем из 6 килограммов зерна вышло 5 килограммов муки». «Ха-ха-ха-ха, блоха!» – засмеялся голос и продолжал петь. «Позвал король портного, послушай ты, чурбан, для друга дорогого, чей бархатный кафтан». «Ишь, чего еще выдумал?» – воскликнул Федя. «Блохе кафтан! Интересно, как портной его шить будет? Блоха ведь маленькая!» Он прослушал песню до конца, но так и не узнал, как портной справился со своей задачей. В песне ничего про это не говорилось. «Плохая песня», — решил Федя и опять принялся читать задачу. «На мельницу доставили 450 мешков ржи по 80 килограммов в каждом. Рожь смололи, причем из 6 килограммов зерна. Он был титулярный советник, она генеральская дочь», — запел репродуктор снова. «Интересно, кто такой титулярный советник?» — сказал Федя. Он потер обеими руками уши, словно они у него замерзли, и, стараясь не обращать внимания на радио, принялся читать задачу дальше. «Так, из 6 килограммов зерна вышло 5 килограммов муки. Сколько понадобилось машин для перевозки всей муки, если на каждой машине помещалось по 3 тонны муки?» Пока Федя читал задачу, песенка про титулярного советника кончилась, и началась другая. «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любит песню деревни и села, и любит песню большие города». Эта песенка очень понравилась Феде. Он даже забыл про задачу и стал пристукивать карандашом по столу в такт. «Хорошая песня», — одобрил он, когда пение кончилось. «Так, о чем тут у нас говорится? На мельницу доставили 450 мешков ржи». «Она звучно гремит колокольчик», — послышался высокий мужской голос из репродуктора. «Ну, гремит и пусть гремит», — сказал Федя. «Нам-то какое дело? Нам надо задачу решать. На чем тут мы остановились? Так, для дома отдыха купили 20 одеял и 135 простынь за 256 рублей. Сколько денег уплатили за купленные одеяла и простыни в отдельности?» «Позвольте, откуда тут еще одеяла с простынями взялись? У нас разве про одеяло? Тьфу, черт! Да это не та задача! Где же та? А, вот она! На мельницу доставили 450 мешков ржи. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит». «Опять про колокольчик!» — воскликнул Федя.
На колокольчиках помешались. Так, утомительно гремит. В каждом мешке рожь смололи, причем из 6 килограммов муки вышло 5 килограммов зерна. То есть муки вышло, а не зерна. Совсем запутали. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые? Тьфу, плюнул Федя, прямо деваться от колокольчиков некуда. Хоть из дома беги, с ума можно сойти. Из 6 килограммов зерна вышло 5 килограммов муки. И спрашивается, сколько понадобилось машин для перевозки всей муки. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном. Очень нам нужно еще алмазы считать. Тут мешки с мукой никак не сосчитаешь. Прямо наказание какое-то. 20 раз прочитал задачу и ничего не понял. Пойду лучше к Юре Сорокину. Попрошу, чтоб растолковал. Федя Рыбкин взял под мышку задачник, выключил радио.